Ну что ж, всем привет, с вами Забабон, и сегодня настал черед выбирать победителя конкурса голдятины на таймшифт. Итак, условием было вступление в нашу группу, репост и оставлять запись видимой на стене до 1 марта. Начал этот конкурс Николай Рыбаков-Александров, за что ему отдельный респектос. Ну а сегодня пора бы узнать имя счастливчика. Моя левая рука и помощник Ленька Тольятти сегодня в 17 часов написал, что репосты больше не принимаются. Скоро будем подводить итоги. И действительно, был целый месяц на репосты, было 30 лайков и всего 17 этих самых репостов. Не понимая людей, поставивших лайк, но не сделавших репост. Абсолютно все могли участвовать и победить мог абсолютно любой, но то ли неверие нам, то ли еще какие-то причины заставили людей не репостнуть. Что ж, их проблемы, а сегодня мы будем награждать победителя. Мы использовали сайт, который называется mrandom.com. В нем мы создали конкурс. Создали мы конкурс еще в 17 часов. Соответственно, имя победителя мы уже знаем, потому что в 17 часов репосты не принимаются, повторюсь. Здесь у нас есть возможность проверить честность, здесь есть возможность ввести ссылку, поэтому каждый, кто сомневается в честности нашего конкурса, может ввести эту ссылку, скачать эту честность, проверить контрольные суммы, вот даже для вас скачаю, все на ваших голубых мониторах. Ну а теперь давайте-ка уже перейдем к награждению нашего победителя. А победитель у нас, правильно, Серега Семенов. Поздравляем! С тобой свяжется наш специалист из голдятины, который начал этот конкурс, и лично тебе из рук в руки вручит этот подарок. Да, Серега у меня в друзьях, это мой давний знакомый, поэтому ничего такого здесь нет. Опять же, кто репостнул, из числа тех и выбрала. Николай сегодня сбросит тебе ключ на Steam, и, соответственно, ты его активируешь и будешь рубиться хоть денно, хоть ночно. Фишка таймшифта еще и в том, что в российском регионе Стима его нету, поэтому это еще более сладкий приз за победу. Ну а всех тех 30 человек, которые лайкнули, но не репостнули, вернее их меньше, конечно, часть из этих людей они все-таки репостнули, все те, кто поставил лайк, но не сделал репост, не сомневайтесь, вы можете победить, так что в следующий раз тоже тыкайте «нам не нравится», но самое главное это репостнуть себе на стену. Не нужно закреплять пост на стене, держать его там, как вот, например, Сергей сделал, закрепил пост. Не обязательно. Наша программа mRandom, она найдет этот пост в любом месте, абсолютно. Так что дерзайте, ребята. Что ж, всем спасибо и до новых встреч.